Добрый день, уважаемые телезрители. Осталось считанные минуты до начала очередного тура летнего первенства по футболу среди юношей 2013 года. Сегодня команда «Строитель» встречается с командой «Труд», город Чистополь. Выездная игра проходит в Чистополе. Команды выходят на поле. Стартовый состав команды «Строитель»: Колесников, Брагин, Якубов, Карапетян, Минеев, Афанасьев, Загайнов. Сегодня в качестве капитана команду на поле выводит Колесников Радмир. Команда «Труд» занимает на данный момент 11-ю строчку в турнирной таблице. То есть сразу после нас идет. У нас маленькая пауза. Необходимо снять крестик, судья сказал, игроку нашей команды. И первый разыгрывать мяч будет команда «Строитель» в белой форме. Команда «Труд» в красный. Свисток. Матч начался. Хотелось бы отметить, что поле маленькое, нестандартное. Оно ближе к мини-футболу. Довольно-таки узкая и короткая. И Кубов не прошла сейчас передача на Минеева. Карапетян. Минеев подхватывает мяч. Подача в штрафную. Прошу прощения, технические неполадки. Марат, как по звуку идет? Нормально? Первый угловой в этой игре. Минеев, подача. Карапетян. Загайнов. И первый удар в створ. Да-да, раньше начали, на час. Ой, как Афанасьев сейчас ошибается. Брагин. Брагин на выходе сейчас уверенно сыграл Алан. Колесников, передача. Мяч покидает пределы поля. У
Минеев передача на Загайнова, Загайнов с Якубовым. Якубов сам обыгрывает. Обратно передача в центр на Загайнова. Якубов отлично увидел Афанасьева. Афанасьев в центр на Минеева. Минеев сам обыгрывает. И удар по воротам. Якубов, Данир с мячом. Передача в центр на Загайнова. Хорошая передача на Минеева. Колесников подбирает мяч. В стеночку с Минеевым. Тактический рисунок команды «Труд» примерно уже понятен. Вынос вперед в надежде на то, что кто-то из игроков зацепится. Минеев в центре. Якубов выходит, перехватывает мяч, получает передачу. Якубов на Минеева, Минеев передача на Загайнова, Загайнов удар, и прям во вратаря сейчас Артем попадает. Опасный момент. И команда «Труд» открывает. На поле появился Гараев Искандар. Якубов. Подача в штрафную. Гараев. Опасный момент сейчас у Гараева Искандера. Главой в пользу команды «Труд».
Дача Брагин. Убивает сейчас Алан мяч. Загайнов на Якубова. Да, судья начал свистеть уже откровенно в пользу команды. Труд. И не точный удар. Сафин Даньяр появился на поле. Загайнов перехватывает. Передача в центр на Минеева. Минеев удар. Гол забивает Минеев. Счет в матче становится 1-1. Алан, давай, соберитесь, соберитесь. Опять аут в пользу команды Труд. В каком моменте? А, судья не видит вообще игру. Минеев с мячом. Алан, жди, жди! Гарай в центр. Якубов, передача в центр на Минеева. Минеев удар. Во вратаря попадает сейчас. Из убойнейшей позиции сейчас Минеев попадает во вратаря. Сафина, Якубова. Якубов. Загайнов. Удар. Гараев на добивание. Гол. И Гараев на добивание. Счет в матче 2-1.
Да, Марат, поле в разы меньше. Это как Минька тут уже, полянка. Загайна в центре. Передача на Якубова. Якубов обратно в штрафную. Вместо Якубова на поле появляется Колесников. Сафин. Ошибается сейчас Данияр. Удар. Минеев, Колесников. Передача в центр на Минеева. Минеев, удар. Гол. Счет в матче становится 3-1. Поворотом. Сафин, Данияр сейчас мячом. Передача в центр на Минеева. Отличная передача на Гараева. Минеев. Асиф, Сафин. Колесников зарабатывает. Аут. Неудивительно, что судья принимает решение опять в пользу команды «Труд». Сафин увидел Минеева в центре. Сейчас надо разгонять атаку. Колесников. Сам по бровке будет подача в штрафную. Последний момент с ноги. Срывается мяч у Радмира. Не получается передача. Гараев перехватывает. Удар. И Брагину не надо сейчас спешить. Что Алан в принципе и делает. Не спеша пошел за мячиком. Загайнов Артем с мячом. Наш
ошибаются сейчас наши игроки в центре поля. Но сами же исправляют свою ошибку. На поле появился Якубов. Данир. Опять штрафной. Вместо Загайнова на поле появляется Краснов. Удар. Спокойно, Алан сейчас поймал мяч. В ворота мяч залетает. Счет матча становится 2-3. Краснов. Передача на Гараева. Открывает сейчас передачу. Ошибка ввода мяча из-за боковой, и мяч переходит к команде Труд. Хороший выход. Вместо Гараева на поле появляется Колесников. Брагин сразу на Краснова. Потеря мяча в центре. Колесников Радмир будет водить мяч из-за боковой. Потеря в центре. Колесников. Центр на Краснова. И команда Труд уже бежит в атаку.
Марата Краснова, Максима на поле, появляется Заганов Артем. Вместо Афанасьева Ивана появляется Сафин Данияр. Угловой. Брагин на выходе. Карпетян довольно-таки опасно сейчас устроил перестрелку. Колесников. И сразу штрафной судья дает. Любое прикосновение игроков в труд карается штрафным. Все, первый тайм закончился. Возвращаемся на поле. Да, Марат, счет такой же. Стартовый состав команды «Строитель». Якубов, Загайнов, Минеев, Гараев, Афанасьев, Карпетян, Брагин в воротах. Свисток, и второй тайм начался. Якубов, Данер будет водить мяч за боковой. Загайнов, Карпетян. Гараев, неточная передача. Удар. Из любой позиции игроки команды «Труд» пытаются наносить удар. Гараев прокидывает себе. Гараев. Передача в центр на Загайнова. Зачем-то Артем решил сделать передачу вместо того, чтобы наносить удар. Минеев. Удар. Рядом со штангой мяч пролетает. Якубов. Подача в штрафную. Минеев. Из убойнейшей позиции сейчас Минеев не забивает мяч. Загайнов. И опять во вратаря попадают.
Гараев добивание. И на добивание Гараев Искандер забивает. Счет матча становится 4-2. Долго не решались ребята, кто нанесет удар. Неточная передача. И желтую карточку сейчас получает Загайнов Артем за удар по ногам сзади. Удар. Брагин. Опасный момент. Не смог зафиксировать Алан, но хорошо, что выбил хотя бы на угловой. Гараев. Кубов. Отличная передача. И сам же на добивание. Ошибка вратаря. Надо воспользоваться этой ошибкой. Споткнулся сейчас вратарь команды Труд. Попал по мячу как следует. Настя в центр на Минеева. Гараев. Загайнов в центре. Якубов. Якубов удар. Это даже, скорее всего, был не удар, а пас. Пускает сейчас Искандер мяч. И угловой в пользу команды Труд. Подача. И Карапетян выбивает мяч в аут. Непривычно узкое, маленькое поле для наших ребят. Гараев перехватывает.
Загайнов разгоняет сейчас атаку. Передача на Якубова. Якубов обратно на Загайнова. Центр, передача на Минеев. Минеев опять во вратаря попадает. Минеев. Якубов отлично, чисто в подкате сыграл. Мяч покидает пределы поля. Вместо Гараева на поле появляется Колесников. Загайнов. Артем перехватывает в центре. Передача на Якубова. Неточный удар. Карапетян. Отличный перехват. Загайнов отлично разворачивается. Якубов. Передача на Загайнова. Именеев забивает. Нет, судья не засчитывает. Но все-таки судья дает штрафной. Интересное судейство. Последний мяч, если что, не засчитали. Счет по-прежнему 4-2. Минеев, передача на Колесникова. Колесников. 5-2 вратаря. Заколдованные ворота какие-то сегодня для наших ребят. Карапетян. Передача в центр. На И Загайнов со всей силы выше ворот. Отличную передачу сделал Малик сейчас на Загайнова, но не воспользовались в очередной раз хорошим моментом. Остается менее 15 минут поиграть. Аут в пользу команды «Строитель».
передача на Загайнова. Вне игры Колесников залез в положение вне игры. Даже если бы он сейчас гол забил, его бы уже не засчитали. Хорошая диагональная передача на Колесникова. Колесников в центр на Минеева. Хороший выход. Минеев. Вратарь на месте фиксирует мяч. Примерно 10 минут остается играть во втором тайме. Напоминаю, счет 4-2 в пользу команды «Строитель». Афанасьев. Отличная передача на Минеева. Загайнов увидел забегание Якубова. Якубов в центр на Минеева. Колесников. Удар. Нет никого на добивание. Афанасьев. Афанасьев, удар. Thank you.
Минеев надо воспользоваться сейчас ошибкой. На поле появляется Сафин Данияр. На поле появляется сразу Сафин, Краснов, Гараев. Отличная передача рукой на Минеева. Опять аут в пользу команды Труд. Судья другую сторону вообще не видит и не знает в сегодняшнем матче. Краснов с мячом. По ногам получает сейчас Краснов Максим. И тот редкий случай, когда судья фиксирует штрафной в нашу пользу. Вместо Гараева на поле появляется Якубов. Скорее всего, Данир будет бить поворотом. Удар. Да как не ушел же мячик? Вместо Краснова Максима на поле появляется Загайнов. Карпетян, хорошая передача. Торопится сейчас. Данир неправильно вводит мяч за боковой. Ну и команда Труд отвечает тем же. Брагин хорошо на Якубова. Якубов дальше на Минеева.
Якубов должен быть на подборе. Сохраняет сейчас Данир мяч. Передача на Сафина. Предупредили сейчас Загайнова, что у него рядом соперник. Вместо Сафина на поле появляется Гараев Искандер. И остается у нас играть менее 2 минут. Загайнов Афанасьев, передача на Загайнова. Якубов подбирает мяч. Удар. И звучит финальный свисток. Матч окончен.